Да, я уже освоился. Республика Северная Сибирь, Алания. Я прошел хорошие сборы. Серебряные медали. Хорошая форма. Владислав Алфалий. Был готов. Республика Северная Сибирь, Алания. Смотри, мяч, Мурат. Ты был третьим, несмотря на то, что ты не встречался с... Напоминаем Уарсе Али, Мусаладиева, Дагестан, Москва и Магомета Рамазан. Конечно, думал. И я думал, и у меня тоже будут какие-то шансы попасть на чемпионат Европы. Я поехал на Кубок мира, вроде бы отборолся хорошо, выиграл схватку. И тренера решили отправить его. Ну, сегодня видно, кто сильнее. Повалять выше, но Алла дал сегодня. Ну, тебе 60. Уважаемые зрители, раньше ты говорил, что тебе тяжело, настал момент, что тебе тяжело 65 килограммов, заключительного финала. Не соперник, а сам тяжелый в движении. Сейчас как тяжелые весовые сейчас категории. Нормально вроде бы, у меня и вес небольшой. Тогда после операции чуть опух и тяжело. Дамы и господа, весовая категория до 97 килограмма. Вошел в форму. Владислав Байцаев, Ставропольский край, параллельный зачет Москва. Случайно ради Олимпиады, наверное, Красноярск, конечно, параллельный зачет Москва. У каждого спортсмена это Олимпийские игры. Ну, 57 тот раз она прошла, Олимпиада как-то мимо. Ты, наверное, тогда еще мечтал попасть. Ну, конечно же, хотел и после Европы, и молодой был, и желание было после Европы еще больше появилось. Ну, уже то, что прошло, уже не вернут, и будем дальше работать. Ну, а противостояние Чакаева, что скажешь? Заслуженный мастер спорта. Конечно же, Чакаев и хороший борец, и как брат наш. И был он примером для нас, и мы на него смотрели и выросли вот так. Не знаю, кто сильнее, тот и поедет. Ну, сейчас уже пришло время соперничества. Вы, ну, видишь, на ковре, да, приходится и бороться. Угу. То есть на чемпионат мира, скорее всего, вас будут проверять, да? Ну, это уже зависит от тренировок наших.